В городском конкурсе «Лучший библиотекарь» приняли участие сотрудники централизованной библиотечной системы. Всего 9 человек. Жюри оценивало общую профессиональную эрудицию, культуру публичного выступления, умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности. Председатель жюри – начальник управления культуры Лариса Бутенко, которая обратилась с приветственным словом к участницам и зрителям, отметила значимость профессии библиотекаря. Нам очень хотелось бы, чтобы в наших библиотеках работали настоящие профессионалы. И в целях повышения мастерства, имиджа библиотеки и библиотекаря в целом, Управление культуры приняло решение учредить такой конкурс. Также перед участниками и зрителями городского конкурса выступил протоиерей прихода храма святителя Николая Мирликийского Валерий Колесников. Книга, она содержит в себе сокровища человеческого гения. И слава Богу, что тот формат, в котором сейчас вы будете выступать, он раскрывает в первую очередь не только ваши дарования, но и открывает возможности тем людям приобщиться к полноценной культуре, которая запечатлена в книге. Формат конкурса предполагал 4 испытания для каждого участника. Представляя визитную карточку, участницы должны были раскрыть свои личностные и профессиональные качества, изложить свое профессиональное кредо, представить информацию о своих творческих находках, идеях и планах. Библиотечный день не похож один на другой, и мне это нравится. Моя работа очень разнообразная. Люблю работать с читателями. Всегда стараюсь предложить читателю такую книгу, которая заинтересует его. Вторым этапом конкурса было домашнее задание – видеопредставление библиотечного проекта на тему «Современная библиотека современному читателю». Для поддержания позитивного настроения и небольшой разрядки с музыкальной паузы выступил коллектив студии эстрадно-джазового вокала «Мечты сбываются». Третьим этапом конкурса было испытание на профессиональную эрудицию «Библиотечный спринт» – блиц-опрос, включающий в себя вопросы по профессиональной деятельности. Участницам задавали различные ситуации, которые могут случиться на работе. Жюри оценивало владение профессиональными навыками и умение решать конфликтные ситуации. Последним заключительным конкурсным заданием было раскрытие творческих способностей и талантов участников в различных направлениях деятельности, знакомство с миром своих увлечений. Влада Кривая, библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки, выступила с рифмованной сценкой «Аптека счастья», вызвав радостные эмоции у зрителей и болельщиков. А мне флакон пылающей любви и полфлакона просто платонической. Не послужи, нельзя ли витамин? Пожалуйста, и вкусен, и активен. А есть для женщин антиговорит? Есть, но пока что малоэффективен. По итогам конкурса участницам были присвоены номинации «Самый творческий библиотекарь», «Креативный», «Находчивый», «Эрудированный», «Обаятельный», «Стильный», «Артистичный» и «Смелый». Звание «Лучшего библиотекаря» было присуждено заместителю директора Централизованной библиотечной системы города Губкинского Людмиле Маланиной. В своей профессии я уже 14 лет прошла профессиональный путь от библиотекаря до заместителя директора. И считаю, что, конечно, библиотекарь в первую очередь должен быть эрудирован, начитан, быть грамотным и быть просто очень хорошим профессионалом. И прежде всего, чтобы читателю, записавшись, хотелось сюда приходить в библиотеку снова и снова. На библиотеке ложится функция культурного проводника, ведь книга открывает нам окно в новый мир. Этот мир заманчивый, он зовет нас в свои бескрайние просторы. Книга, она живая, она может поговорить. У книги есть определенный запах, который многим людям нравится. Книги, они всегда будут существовать, потому что интернет сегодня есть, завтра его может не быть. А в книгах собрана вся информация, вся мудрость человечества. Даже взрослому человеку книгу в руках подержать и пощупать ее, ощутить ее, то есть гораздо лучше, чем просто посидеть в интернете. Из века в век библиотекарь занимал и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, и сложно увидеть какой-то конечный результат их работы. Но все то влияние, которое оказывает на общество их работа, неоценимо. Элиас Капралов, Алексей Магин, новости Губкинского.